Добрый день! Меня зовут Елена Шептикова. Я являюсь координатором общественного центра поддержки гражданских инициатив, созданного на базе Сельского дома культуры «Сибирь» поселка Пинчуга. В рамках проекта президентского гранта «Общественный центр поддержки гражданских инициатив Нижнее Приангарье». При поддержке Фонда развития Богучанского района «За нами будущее» активистами общественного центра разработан план работы и выбраны приоритетные направления для подготовки и реализации социальных проектов при поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Инициативная группа поселка, проанализировав социальные проблемы, определила значимые вопросы для жителей поселка Пинчуга, которые требуют решения. Одной из важных проблем является досуг семей с детьми-дошкольниками и семей с детьми-инвалидами. Сотрудничая с местной организацией Общероссийской общественной организацией Всероссийское общество инвалидов Богучанского района, инициативная группа неравнодушных граждан поселка Пинчуга разработала проект «Современная площадка «Солнышко» для активного семейного досуга». С целью создания безопасных условий детей дошкольного возраста, детей-инвалидов и детей из многодетных семей. Мероприятия проекта способствуют оздоровлению детского организма, эмоциональному, личностному, познавательному и творческому развитию детей-инвалидов, а также сплочению их семей. В данный момент ведется реализация проекта. Силами партнеров, участников и волонтеров проекта старая игровая площадка демонтирована. На территории площадки привезен песок и песчано-гравийная смесь для установки новой площадки. Заказано, проплачено и уже в процессе изготовления современное, соответствующее новым требованиям оборудование площадки в количестве 11 единиц. В рамках проекта проведены интересные семейные мероприятия, такие как «Здравствуй, осень золотая», квест-игра «Поздравь Деда Мороза», построен снежный городок, а также проведены встречи с информацией семей о новых возможностях в сфере проектирования. Открытие новой площадки «Солнышко» запланировано на середину июня. За время реализации проекта у инициативных жителей поселка появились инновационные идеи, новые молодежные проекты по улучшению качества жизни в поселке Пинчуга. И мы уверены, что инициативы жителей с помощью социальных проектов воплотятся в жизнь. Мы с удовольствием делимся своими проектами, социальными технологиями с другими проектными командами из других поселений нашего района, такими как село Карабула, село Чунаяр, поселок Ангарский. Вместе мы сделаем наш мир интереснее и лучше.